Однажды мы встретились, и моя жизнь поменялась. Я переехал в страну своей мечты – Соединенные Штаты Америки. Хотите узнать весь путь эмиграции через Мексику в США из СНГ от А до Я? Переходите в плейлист по ссылке в конце видео. Вы узнаете, какие документы необходимо взять с собой в Тихуану, как подготовиться к интервью иммиграционному суду в США. Мы покажем вам GPS-браслет, который надевают на ногу семейным заявителям и лицам, освобожденным из дотационного центра под поручительство. Расскажем, как найти поручителя в США и зачем в процессе психолог. Вы узнаете, куда попадают бессемейные мигранты, статистику судебных округов по штатам и процедуру защиты кейса в лагере. Здесь собрана вся необходимая и актуальная информация на 2020 год. Удачи вам в эмиграции! И помните, однажды у вас будет судьбоносная встреча, если вы сами этого захотите. Не упустите свой шанс!